поклонниц, стоящих у подъездов, вы переживаете славу сейчас. Но вот каково это артисту прочувствовать, когда все прекращается в один миг? Вы знаете, что это такое? Да, я немножко представляю, о чем вы сейчас говорите, но ведь все зависит от меры ответственности перед фактом рождения. Уже то, что ты появился на свет, это большое чудо. И все другие неприятности, все какие-то неурядицы, которые у нас сопровождают по жизни, на самом деле, ровным счетом, не имеют никакого значения по отношению к факту самой жизни.